килограмм, смотрите, данное видео, 4-й день поросятам пошел. Сейчас мы будем их колоть сульферовитом, железосодержащим витамином. Поехали! Ух ты ж, елки! Не поймать прям. Колоть будем внутреннюю часть черкой. Мальчик, девочка. Без понятия. Девочка. Девка. Так. 1-0. Корень по 2 кубика. Через недельку будем повторять. Черкой. Это мальчик. 1-1. Через недельку будем повторять. Уже 5 кубов будем колоть. Даня, отгоняй ее, чтобы она тут не подслушивала. Слышь, Даня? Мальчик. 1-2. Ты отстой ты. Че? Тихие такие. Ты ж хорошо, а то сейчас мама их не определи расскажет, кого, почему ты не на базаре. Мальчик. 1-3. Это мальчик. Чем больше мальчиков, тем лучше. Мальчики уж подаются. Ну, ты это застрял. А задний ход включить никак? Нет. Ты ж надо, так ты бачишь? Так протолкаюсь. А пузики? Ты какие? Опять мальчик? 1-4. Тихо. Укол можно делать внутримышечно или подкожно. Мы делаем внутримышечно. Внутреннюю часть бедра. В районе паха. Можно делать за ухом, будет подкожно. Надо, чтобы кто-то держал. Мальчик опять. 1-5. В пользу мальчиков. Одни мальчики. Да тихо ты. Как ты утырок, а? А Дани не матом не помогает нам? Или? Все помогает. 1-5 так много. Дух, не открывай. О, девочка. О, 2-5, наконец-то. Давай 5. Эту операцию делать надо обязательно. В крови у свиноматки отсутствует железо. Ну, мало его, скажем так. Надо не восполнять потребности железа при росте. Лыжик пошел сюда. 3-5. Девочка. Уже 8, да? 3-5. Еще трое осталось. Девочка. 4-5. 4-5. Быстрее, быстрее, быстрее. 4-5. Давайте хоботы. Осталось 7-15.
Красный рыжий. А, черный. Я помню, он появился на свет. А Даня вообще где? Тут стоит. И что он? Ничего, он и щитом прикрывает. Да. Просто... Девочка. 5-5. Еще один. Все, последний это, да? Рыжий. Обзел. Нет, рыжий уже был. Вон последний ходит. Ну, здоровый. Это вроде рыжиком не был. Был, был. Пацан. Окончание 5-6. 5 девочек, 6 мальчиков. Ну вот и все, операция окончена. Сейчас будем запускать синоматку. Поросятки полностью провакцинированы железом. И теперь их следующая операция, что будем проводить, повторим вакцинацию через 5 дней. Ой, через 7 дней. Опять. Попробуем запустить маму. Давайте. Убирайте все.